Доброе время суток, друзья! Это будет короткое видео на тему защиты ваших карт от декомпиляции. Тех, кто очень ждал это видео, я должен разочаровать. В наши дни возможна декомпиляция абсолютно любой карты на Source Engine. Но все-таки есть одна лазейка, позволяющая усложнить декомпиляцию. Программка под названием Obfuscator умеет затирать данные о текстурах ваших PSP. Таким образом, чтобы при попытке декомпиляции все браши будут окрашены в одну текстуру. Чаще всего это Nodra. Итак, перетаскиваем уже готовую BSP на файл, и через пару мгновений появится копия вашей карты с окончанием PROC – Protect. Теперь возвращайте карте исходное имя, и можно попробовать декомпилировать ее. Откроем Hammer и попробуем загрузить карту. Как видите сами, все браши покрыты одной текстурой. К сожалению, никакие другие способы защиты сейчас не работают. Даже не пытайтесь засовывать какие-то волшебные префабы, неведомые текстуры, размещать инфо-таргет кривые. Все это уже не работает на нормальных декомпиляторах. Увы и ах. Удачи, табатачи.